Здравствуйте, с вами video-shopper.ru. Сегодня мы познакомимся с моделью Nokia Lumia 820. Это не флагманская модель 920, но это вовсе не означает, что она недостойна внимания. А может даже совсем наоборот. Давайте же скорее познакомимся с этим смартфоном и рассмотрим, что в нем есть интересного и достойного. В комплекте со смартфоном идет зарядка, он же переходник USB, наушники и инструкция. Корпус выполнен из матового пластика черного цвета. Вверху фронтальная камера 0,3 мегапикселей. В руке его приятно держать, но он достаточно тяжелый. Глянцевый экран мультитач приятно радует как цветами, так и отзывчивостью к нажатиям. Кроме того, в нем всего три сенсорные кнопки внизу. Назад, меню и поиск. Для ценителей минимализма это еще отдельный приятный сюрприз. На правом ребре тоже три глянцевые кнопки – качелька громкости, питание и камеры. Слева ничего. Сверху слот для наушников стандартного диаметра 3,5 мм, снизу вход для USB и зарядки. Сзади овальное окошко 8-мегапиксельной камеры со вспышкой и надписью Carl Zeiss – гарант высококачественного оптического оборудования. Выглядит симпатично, но сам объектив неплотно прилегает к корпусу, что немного портит внешний вид самого мобильника. Под крышкой 820 Lumia находится необычно тонкая батарея на 1650 мАч. Там же расположены микросим и microSD. Но чтобы до всего этого добраться, приходится сильно попотеть, так как снять заднюю крышку совсем непросто. С другой стороны, такая защищенность корпуса гарантирует, что телефон не разлетится на несколько своих запчастей при падении. 820, в отличие от флагманской модели 920, не имеет такой уникальной камеры, кроме того, легче на 25 граммов. Цветной AMOLED Clear Black Display диагональю 4,3 дюйма отображает 16,78 миллионов цветов с разрешением 480 на 800 пикселей. Согласно названию технологии, используемой для экрана, Lumia 820 имеет особенное глубокое отображение черного цвета. И это правда. Никогда ранее не было так приятно смотреть на черный цвет. Двухъядерный процессор на базе процессора Qualcomm MCM8960 с тактовой частотой 1,5 ГГц и с операционкой MC Windows Phone 8 делает из Lumia 820 не просто красивый, но и быстродейственный аппарат. Никаких сверхспособностей данная операционка не имеет, но в отличие от своих аналогов способна быстро работать даже на слабом железе, что без сомнения большой плюс. А всеми полюбившиеся квадратики меню в первой Lumia и сейчас вызывают трепет в сердцах поклонников марки. Оперативной памяти тут 1 гигабайт, встроенной 8. Также смартфон поддерживает карты памяти microSD объемом до 64 гигабайт, так что за нехватку места можно не беспокоиться. Кроме того, компания Nokia дает дополнительную память на SkyDrive в размере 7 гигабайт. На смартфоне стоит 8-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой, автофокусом и 4-кратным цифровым зумом. Плюс ко всему имеет разные режимы съемки. На практике фотографии получаются отличного качества, даже при ночной съемке. Посмотрите сами на сделанные нами фотографии. Максимальное разрешение видео 1920 на 1080. Ролики записываются в высоком разрешении и радуют глаз даже самых избалованных пользователей. Вот что у нас получилось. Хороший медиаплеер дает возможность проигрывать видеоролики в MP4, в MV, 3GP, M4V, M4A. Что касается музыки, то помимо обычного MP3, Lumia 820 читает AAS, WAV, VMA. В общем, незамеченным не останется практически никакой из ныне живущих аудио- и видеоформатов. Все в порядке у телефона с беспроводными протоколами. Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 3.1, ну и без USB не обошлось.
только в нашем магазине video-shopper.ru. В том случае, если в течение 14 дней телефон вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Подводя итог, можно сказать, что если вы соскучились по былому величию компании Nokia, то Lumia – это без сомнения смелая заявка на возрождение марки. Аппарат с порядковым номером 820 обладает всеми качествами современного смартфона и в то же время имеет ряд уникальных и неповторимых черт. Таких как операционная система MC Windows Phone 8, отличная камера и интересный дизайн. Удачи в выборе! И не забывайте подписаться на наш канал на YouTube!